Микс больших размеров, Австралия. Мешок у нас весит 14-800 килограмм, категория крем. Женская одежда здесь у нас идет. Первым у нас идет здесь блузка. Блузка с достаточно непонятной фактурой. То есть здесь один короткий рукав, здесь что-то подлиннее. 22-й английский размер, следов износа нет. Марка автограф 22-й, также английский размер у нас указан. Еще одна блузка, или может тоже к туникам отнеси. Следов износа я также не вижу, пятен тоже никаких также нет. Марка Target Collection, 18-й английский размер, еще одна блузка, состояние также без изъянов, по крайней мере, я их не вижу. 16-го английского размера следующая у нас вещь, тоже, наверное, больше к туникам можно отнести. Длинный рукав, следов износа на рукавах, так, я не вижу. На самой туники, блузки также без следов износа. 22-го английского размера марка автограф. 26-го английского размера марка Авелла. Что на автографе, что на Авелле у нас следов износа нету. Марка New Look Inspire. Это у нас достаточно такое красочное, яркое платье. Клип-арт какой-то прям такой своеобразный. Тоже следов износа нет. Указания размера, к сожалению, я тоже не вижу. Так. Следующая вещь тоже без указания размера. Футболка. Наверное, так назову. 12-й английский размер. Тоже что-то вроде туники. 16-го английского размера марка Now. Это у нас тоже похоже туника, только новая. Этикетка, все это на месте. City Check, размер указан 2XL. Это платье. Платье тоже новое, с этикеткой. Следов износа также нету. Так, размер 2XL. Вот такая вот следующая футболка, туника, скажем так. Так, традиционная бижутерия, вот какие-то такие вот необычные браслеты, брошь в виде, я не знаю, как назвать, голова тигра, да, похоже на голову тигра, очень интересно все это выглядит. Так, марка Сара, размер указан 3XL, это блузка с коротким рукавом, состояние отличное. Размер 2XL, футболка из хлопка, похоже новая, да, новый, весь комплект этикеток вместе с ним идет. Forever Woman, это у нас платье. Указания размера нету, короткий рукав, состояние отличное, следов износа нету. 24-го английского размера, марка Now. Тоже вот еще одна блузка, наверное, можно назвать, с коротким рукавом. Марка Avella, 26-й английский размер, также туника. Размер XL, это у нас футболка Polo. Состояние также отличное, тоже без следов износа. 18-го английского размера, еще одно платье, ну или сарафан, кому как удобнее. Очень яркое, очень такое приятное на ощупь. Интересно, что за материал такой. Немножко тянется даже. Сейчас. Полиэстер, эластан указан в составе. Так, марка Миллерс, 20-й английский размер. Ну, такая вот безрукавка. Так, еще одна небольшая порция бижутерии. Так, ошейник, назову его так. Так, вот такой вот браслет. Наверное, очень такой интересный. Так, и вот еще один браслет тоже. Ну, или кольцо. Я не знаю, как назвать это, честно говоря. 16-го английского размера марка автограф. Опять же, это больше похоже на какой-то халатик, накидка. Состояние отличное, опять же. Марка автограф, 24-й английский размер. Ага, вот у нас первая юбка здесь засветилась. Новая юбка с этикеткой. Так, следом у нас идет платье. Сейчас я как бы пойму, что здесь к чему. Вот такое вот платье, новое, с этикеткой. Так, указан ли где-нибудь здесь размер? Вроде как указан 56-й европейский размер. Достаточно такое большое платье, просторное. Тоже без следов износа. 22-го английского размера. Вот такая вот еще одна блузка. Так, неожиданно. Небольшой кошелек или сумочка. Не знаю, как, опять же, в каком варианте кто его будет использовать. Состояние отличное, следов износа на нем я не вижу. Так, и вот еще немножко бижутерии. Опять же, вот такой вот красный яркий браслет и что-то вроде подвески. Сейчас, секунду. Вот такая вот подвеска. Здесь вот цепочка у нас спряталась, тоже без следов износа, состояние отличное. Так, размер XL, туника, короткий рукав,
Состояние отличное, необычный рисунок, приятный материал. Что еще можно добавить? Марка Target Collection. Это у нас шорты. Rockmans. 20-й английский размер. Похоже. Да, джинсы. Джинсы новые, с этикеткой. Состояние отличное. Размер 4XL. Футболка пола. Белого цвета. Белый цвет в данном случае сыграл злую шутку, потому что вот здесь вот какое-то пятно, то ли от пыли, то ли от чего. Ну, я так думаю, это тоже поправимое дело. Target Collection, 18-й английский размер. По-моему, боди или комбинезон, кому как удобнее называть. Так, марка, следующие вещи, это у нас мода, 20-й английский размер. Сейчас я пытался одной рукой вещи удержать, чтобы они никуда не упали. Вот, марка мода, это у нас блузка с коротким рукавом, опять же, состояние отличное. Не знаю, упомянул я или нет, но на всякий случай еще раз упомяну. 20-й английский размер. Бывает иногда провалы в памяти, не помнишь, что сказал, что нет. Так, туника. Здесь указания размера нет, следов износа также нет. Вот такая вот сумка. С бахромой, скажем так, с лоскутами кожи, или это, ну, скорее всего, это не кожа все-таки. Но хотя очень похоже. Очень приятный кожзам, или все-таки настоящая кожа. Нигде, к сожалению, указания материала здесь нету. Состояние отличное у сумки. Опять же, придраться не к чему. Марка Avella, 24-й английский размер. Это у нас почти классические брюки. Почему почти? Потому что у классических брюк обычно есть еще... В общем, другой материал. Здесь более плотный, он такой похожий больше на джинсы. Так, толстовка, марка Emerson, размер указан 2XL, состояние отличное. Нигде резинки на рукавах, на вороте не растянуты. Марка Avella, размер указан L+. Вот такая вот футболка. Тоже без следов износа. 20-го английского размера. Следующая вещь, это у нас еще одно платье, сарафан. Тоже без следов износа. 16-го английского размера, марка Автограф. Футболка с коротким, блузка с коротким рукавом, наверное, правильно будет назвать. Тоже без следов износа. Размер 2XL, марка Target Collection. Так, вот такая вот накидка, очень плотная. Я так думаю, вот в прохладную пару, особенно пока нас погода не радует, не знаю у кого как, но особо погода не радует нас по-настоящему летней погоды, поэтому самое то. Такую пору. 20-го английского размера, марка Кэтис. Это у нас рубашка. Туника, рубашка. Опять же, без следов износа. Рукава на 3 четверти. Марка Миллерс, 20-й английский размер. Тоже еще одни почти классические штаны. Кстати, прошлые штанины были такие же. Наверное, все-таки правильнее будет отнести их к джинсам. Плотная ткань, следов износа нет. 16-го английского размера, марка Мода. Еще одна туника. Здесь у нас короткий рукав. Пуговицы все на месте. Следов износа нету. 26-го английского размера. Вот такая вот юбка. С этикеткой. Марка Star Wars. Ну, то есть, мерчендайз по Звездным войнам. Размер указан здесь. Так, 5XL. Следов износа нет. По ощущениям, похоже на хлопок. И последняя партия бижутерии, которая идет в этом мешочке, скажем. Так, в общем... Что это у нас такое? Часы. Вот такие вот. Так. Опять же, какой-то своеобразный такой браслетик. И вот такая вот колбочка непонятная. Не знаю, видно там или нет. Но внутри есть какой-то порошок. Ладно. Размер 4XL. Joint Co. Следующая вещь. Это у нас шорты. Шорты также без следов износа, состояние. Так, небольшие катышки есть, хотя катышки легко убираются и двумя пальцами. Так, марка Сара, размер указан у нас здесь 22 английский. Яркое достаточно такое платье, сарафан. Состояние отличное, следов износа нигде нету. Так, и следующая вещь. 16 английского размера, марка Active & Co. Полуспортивная, наверное, можно сказать, футболка. Короткий рукав, состояние отличное. Марка Rockmans, размер указан L, это еще одна блузка с коротким рукавом. И последняя вещь, которая у нас здесь идет, марка Avella. 20-й английский размер. Кардиган с длинным рукавом. Так, резинки на рукавах, я вижу, не растянуты. Состояние у кардигана отличное. Пуговицы все на месте, следов износа нигде нет. На этом все.